Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Ремонт Рено». Сегодня мы хотим вам показать очередной выпуск «Будни сервиса», последствия вот левого ГРМа кустарного, про который мы рассказывали ранее. Человек проехал 1000 километров после замены ГРМ. Видно, что произошло. На ГРМе отслоился внутренний ручеек, его поднутрило, и ГРМ соскочил на 2 зуба, то есть метки разошлись. Ну и, соответственно, клапана загнуло. Вот ролики, как бы все на месте. Сам ремень некачественный. Вот. Очень плохое армирование и сам материал ремня дешевый. Остерегайтесь подделок. В продолжении все того же порванного ГРМа. После того, как сняли головку блок-цилиндр, видно, что клапан набил на поршни вот эти вот вмятинки. Вот. Вот после того, как сняли ГРМ с этой машины, мы можем наблюдать все те признаки, которые мы говорили в предыдущем видео. Маркировка ролика нанесена краской криво. Уже даже практически стерлась. Человек прошел 1000 километров. Натяжной ролик со следами плохой обработки внутренних отверстий и состоянием. Уже на ролике даже выработка. То есть 1000 километров даже не прошел. Ну, сам ремень видно.